Слова поздравления в адрес прекрасной половины человечества сегодня звучали не только в стенах администрации. Юные инспекторы дорожного движения провели очередную акцию цветами и теплыми словами. Они сегодня радовали всех автомобилисток нашего города. В канун главного женского дня в году сотрудники ГИБДД совместно с детским дорожным патрулем из первой школы устроили в нашем городе праздничную акцию для всех автоледи. Таким образом, его организаторы решили поздравить женщин с наступающим праздником, Международным женским днем. В этот замечательный день, в этот замечательный праздник я хочу вас поздравить с наступающим 8 марта. Спасибо большое. Удачи на дорогах. Спасибо. На оживленном перекрестке в микрорайоне Черемушки ЮИД дарили цветы женщинам-водителям. Также ребята собственными руками изготовили и открытки, добавив их к поздравлению с праздником весны, красоты и нежности. Акция «Цветы для автоледи» была направлена на распространение знаний о соблюдении правил дорожного движения среди женщин-водителей. Стражи порядка останавливали каждую автоледи, дети вручали цветы, открытки и призывали к соблюдению правил безопасности на дороге. Акция оказалась приятным и неожиданным сюрпризом для прекрасных автоледи. Женщины искренне благодарили сотрудников ГИБДД и школьников за приятный подарок, а также за хорошее настроение и креативный подход к работе.